рабочей инспекции прошли от Аркадии до 14 станции Большого Фонтана, где обратили внимание на три момента. Первое. Мы смотрели вопросы по созданию доступной среды для пляжей, для тех людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями. Я рад, что бизнес у нас, те люди, которые ведут давно уже бизнес свой, арендуя наши пляжи, сегодня становятся все больше социально ответственными. И один из таких арендаторов будет строить пляж для людей с ограниченными возможностями. А там, где то место, в котором планируется его построить, там этого пляжа фактически никогда не было. То есть волны упираются уже в подпорную стену, вернее, бьются от подпорную стену, и там ни метра пляжа такого нет. Также были на втором таком пляже, на 11-й фонтана, просмотрели готовность его. От 11-й станции фонтана, фактически от 10-й станции. Вот та застройка, которая, к сожалению, были куплены частные участки, которые сегодня застраиваются, они фактически ту трассу здоровья, которая была использовалась велосипедистами или активными гражданами нашего города, ведущими активный образ жизни, она фактически сегодня превратилась в транспортную магистраль к подъезду к этим домам. Поэтому будут проведены переговоры в ближайшее время для того, чтобы бизнес, который реализовывает сегодня свои права, нравится нам или не нравится, но они реализовывают свои права, и состязаться с ними или останавливать их очень сложно. Поэтому будут проведены переговоры для того, чтобы они создали условия и восстановили те велосипедные дорожки и пешеходные дорожки, которые мы, сделав единый проект, соберем их и скажем, чтобы они участвовали и помогли, и реализовали это за свои деньги, за внебюджетные средства.